этом матче много говорили, его ждали, и вот он начался. И с мячом Атлетико. Гризман с мячом. Да, наконец-то открывает счет в матче Атлетико. Навес на Криштиану. Есть гол! И это Криштиану Роналду! И это игру на себя берет Роналду. Обыгран защитник, и не было у него шансов против Роналду. Играющий проходит соперника Криштиану Роналду. Ужасный подкат, карточка будет. И это желтая карточка. Вот это очень опасно может быть. Есть кому исполнить штрафной, и дистанция для него убойная. Криштиану Роналду в атаке сегодня просто великолепен. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тоттенбалта. Мы сегодня будем с вами играть в FIFA 18, которая будет для меня даже первой FIFA. И вот у нас тут начинается то самое долгожданное обучение в этой игре. Офигеть, графика уже просто зашкаливает. Ну давайте попробуем зарядить, что ли. Если я, конечно, смогу. А вот, стой, ты куда? Ох, от души как зарядил. Может быть, надо было бить не так сильно. Как тут управлять еще вообще? Я понятия не имею. Вот я не успел войти в игру, у меня тут уже такая напряженка. А может, мне надо сделать проще? Заходим, значит, на настройки. Настройки управления. Клавиатура плюс мышь, только клавиатура. Так, теперь финты, выбор, параметры игры. Так, это все нормально. Снова управление. Короткий пас ДМ. ДМ. Пас верхом О. Пас в разрез, удар. Удар верхом, удар головой. Левый, который финты без касания. Парашют. Пробел нажать. Удар низом, удар верхом. Короче, сейчас попробуем. Давайте. Мышь нам уже не нужна. Фернандес Аренас. Атлетико в атаке. Будет навес. Так, смена игрока, смена игрока. Нашившись игрока. Продолжает идти вперед. Ос. Сменил игрока. Это уже наш, да? Наши ворота. Тони Кросс должен как там надежно сыграть, тут надо... нельзя мяч терять. Отлично, пас надо сделать. Серхио Рамос его прессингует. Давай, давай, бери. Блин, а во, расчет опасен, вот я уже соперника, понял. Соперника, теперь можно начинать свою атаку. Двигается с мячом вперед. Вообще, основы игры не знаю. Еще ни разу не играл. За кого играют хоть? Оставляет мяч. Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Так, какие вратарь, давай. Скинь. Так, побежал, побежал. Реал на половине соперника. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Вперед тащит мяч ты... Роналду. Так. Леник Феррейр. Одно но есть. Как там переключаться между игроками? Да, управление настройки. Ага. Основа управления. Пас. Вот так основа направления. Финты. Короткий пас. Давай У. Просить приложить удар. Запрос паса. Д. Запрос навеса. Удар. Пробел, рывок. Парашют.
Отбор мяча. Смена игрока, левый КТРЛ. Так, ну что, попробуем. Карраско. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Дальше ничего, да? Ага, так. Отлично сыграно, надо финты решать. Я ж тебе финты показываю. Замена в составе. Кнопки отлично. Нажимаю делать. Я думаю, сейчас еще управлением овладею, все сможем. Ну давай скинь. А, ну. Кросс. Так, давай. Вот опоздай. Отлично. Касимин. Еще опоздай. Еще опоздай. Посмотрим за этой атакой. О, как хорошо-то. Блин, выбили, ну почти хорошо. Кому он достанется? Модрич с мячом. На. Модрич! Перелет. По-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Да, сильный перелет. Не повезло. Матрицев момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать так, то же самое, и побыл. Гол обязательно придет. Диего гудит. Атлетико идет в атаку. Левый. Какой блин. Удар! Трел. Спасает команду, вратарь! Сыграл он действительно здорово, безупречно. О. Очень сложно было отразить этот удар. Вратарь хорош, да, вратарь хорош. Сорян, я сильно болею. Ну, тип немножко так. Подает Коке. До нападающих мяч не дошел. Выносит. Так, давай, пошел. Ну ты чё? Переключись, чем переключаешься? Гайтан. А вон, а это ты переключился. Тут защита справляется с потерей мяча. Давай. Две трети матча сыграно, последние еще. Полчаса игры. Ах ты ж. Из боковой линии мяч ведут футболисты мадридского Реала. Криштиану Роналду. Удалось ушел. Нейтрализовать атакующего шикарно. Игрока. Кто будет первым на мяче? Криштиану Роналду. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Николас Гайтан. Че за жопа-то? Так, давай. Ой, отлично, я научусь переключаться между игроками. Так, ну-ка, дай-ка пас ему. Серхио отлично Рамс. Ему. Давай. Надо для Роналду получить мяч на скорость. С мячом Антуан Гризман. Кевин Гамейн. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Да ёлк. Отбери в него мяч. Фернандес Аренас. Кевин Гамейн. Локи. Это может быть опасная атака. Гризман, будет гол! Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала так, хорошо перелетела. Точно удар. Замена у Атлетико. Отлично, перелет-то был. Так. А вот сейчас вот мне будет сложно. Алло, братарь, соберись! Кевин Гамейро! Ну, возможно, здесь у него мяч просто свалился с ноги, поэтому такой неточный удар получился. Да, я думаю, болельщикам этот удар запомнится надолго. Досадно тренеру Атлетико. Так, давай-ка еще. Вперед, но он продолжает подбадривать своих вот сюда. Отлично, давай взял. Пас ему. Отлично, опоздал. Да. Сюда опоздал. Так, отлично, еще пас. Бензема. О, ты чё? Так, отлично, сюда. Блестящий счет сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Марсело Вьейра.
Посмотри по сторонам, есть да. кому отдать пас. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Блин, мне бы научиться делать ускорение. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Все верно, края надо чаще задействовать. Давай. Кросс. Тони Кросс с мячом. Бэйл. Ну. Интересно, в кого он цель? Я даже не знаю, как тут рассчитать сам удар туда. Тоже интересно, кому это все адресовано. Либо впритык к воротам, либо еще как-то, я не знаю. О, сейчас как даст еще. Ты сюда подбеги. Так. Кевин Гамен. Блин. Ну, а ты. Это может быть опасно. Бери. Те. Гризман на убойной позиции. Отлично, улетел. Вот вратарь у нас суперский. Да, вратарь суперский, а я вот фигово играю, конечно. С углового подает Коки. Не увенчалась успехом эта атака. Ушел. Угловой. А вот сейф нам еще раз показывает. Просто невероятно сыграл вратарь. Так, давай. Мяч пришел. Так, ага, ты вот сюда сейчас. Подает Коке. Но. И выносится мяч из штрафной. Побежал. Блин, тебя накрыли, братан. Реал Мадрид будет сбрасывать из-за боковой. Так, а если серьезно? Может быть, я еще знаю, как тут мне, к примеру... Не сюда зашел. Основа управления. Удар, парашют. С. Это О. Укрывание мяча, капс. Мощный пас снизу. Так. Как тут ускорение делать? Рывок, левый shift. Направление. Какие попробую сделать рывок. Сейчас вот прямо. Пока неплохо. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Ну, давай. Удар! Ай, да как кипер! Ай, да молодец! Я даже не знаю, как тут специально траекторию рассчитать. Да, игра напряженная. Особенно, когда я еще нифига ничего. Левый shift смены исполнителя удара. Давай-ка. Один бэйл против двух. Пасани. Мяч на. Летит в сторону ворот. Был или не вот был? Потому что такие моменты реализуются на табло у нас и ничейный счет. Ну почти хорошо было, почти хорошо. Тренеру мадридцев момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое, и гол обязательно придет. Фернандес. Так, ну-ка быстрее давай. Скорее сделай. Отлично. Антуан Гризман. А, вот Атлетика так. Атлетика атакует. Быстрее бежишь ты, а? Хуан Торрес. Николас Гайтан. Нападение давай сыграй. Кевин Гамейр. Подача! О, возьми. А, отлично, мяч взял. Вратаря, подальше.
Чё ж за пипец, да? Пока Атлетико идет в атаку. Научишься управлять. Будет гол! Не, и не будет. Момент, но счет остается равным. Досадно. Досадно тренеру Атлетико. Не удалось выйти вперед, но он продолжает подбадривать своих игроков. Ну давай. Смогешь. Кому бы отдать? Ну. Ускорение. Четверть часа еще играть. Или вот это ускорение, или вот это, давай. Пас. Реал идет к воротам соперника. Ну. Вперед тащит мяч Роналду. Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Так, ладно. Сможешь, братан, сможешь. Мяч ушел от игрока обороняющегося команды. Отлично ушел. Блин, я не понял, в такие моменты надо как можно, что ли, дольше задержать кнопку, чтобы он подлетел этот мяч. Так. Ну, давай. Вот сюда. Куда? Отлично. Есть игрок впереди. Пройдет передача. О, все понятно. Гризман на убойной позиции. Есть гол! Забивает Атлетико и выходит вперед. Господи. Ну что, теперь слово за соперником. Чем ответят они на этот выпад? Смотрим и на что другое не отвлекаемся. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Да, к защите тут большие вопросы. То чувство, когда ты практически играть не умеешь и не играл до этого, и тебя выносят прямо в начале игры, да, самое чувство. Его команда проигрывает, и нужно срочно что-то менять в игре. Так, ладно. Давай. И после этого гола Реал Мадрид оказывается в роли догоняющего. Душ Сантуш Авейла. Росс. Реал начинает опасную атаку. Блин. Да отними у него нафиг. Чё ты не отнимаешь-то, а? Ты мне ещё между этим задолбаешься переключаться. Давай этого. Кевин Гамейн. Ох, дело. О, неужели? Ну нафиг. Давай, давай, давай. Козы, 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 козы. Реал на половине соперника. Получится. Ну ты еще говнюк, а. Гол мог быть. Команда проигрывает один мяч. И посмотрим, что они придумают с этого углового. Опять угловой, ё-моё. Ну давай удар нафиг. Давай. Удалище просто. Да, бывают промахи в игре, но бывают и моменты, когда мазать это просто настоящее преступление. Мог ничейным счет стать, не мог. Как перелетел? Либо я с пробелом что-то намазал, либо еще что-то. Упущенную возможность сравнять счет. Так, окей. Аугусто Фернандес. С мячом Антуан Гризман. Ну. Ах, ты говнюка. Отнимей. Сауль! Мне не надо вратаря. Давай-ка мне обратно. Гаррет Бейл отдает пас на ход.
Надо сравнивать! Забивай! Ну, забивать же нужно было. Все условия для гола, а он не попал. Много ли будет таких моментов в сегодняшнем матче, Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает. Очень эмоционально реагирует тренер мадридского Реала на эту упущенную возможность сравнять счет. О как. Можешь не за вратаря играть тупо. Если за него умею играть. Аугусто Фернандес. Сыграно-то точно, а вот стоило. Казимир. Лука Модрич. Давайте, тащите, тащите там. В любом из смыслов. Его нестандартные ходы и решения всегда идут команде на пользу. Именно Модрич сегодня будет расставлять акценты в атаке. Решать, кому и когда достанется мяч в позиционном нападении. Сауль Ньегис. Это может быть опасно. Он сейчас как зафигачит. Отличный отбор мяча. Казимир. Бензема катит мяч вперед. Ну давайте забейте. И Криштиану Роналду надо решать. Угловой в исполнении Реал. Офигеть. Мяч и штрафной. Модрич. Не решил. Росс. Сейчас надо сравнивать. Гол! Голасо Галисимо! И трибуны буквально в восторге. Невероятный момент. Ничья у нас. О! И вот оно исполнение. Причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы. Очень технично и качественно. Футболист и голкипер просто уже не мог помочь своей команде. Отлично. Хорош. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. Фернандес. Как-то я сюда на вратаря переключился, сам не знаю как. Снова точный пас в его исполнении. А вот вам и пример того, как ошибаются мастера. Ну, ничего страшного. Сейчас я думаю за решение, если я буду за вратаря играть. И это шанс на победу! Гол! 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 Под занавес дерби! И теперь нас ждут сверхнапряженные. Вон моя команда без меня прекрасно, значит, уже понятно, что в этой игре все-таки будет победитель. Более обращаться вообще не умею. Команды просто не остается время. Пусть и банально, но везет тому, кто везет. Никто не хотел проигрывать, но желание выиграть все-таки у одной команды оказалось сильнее. Гаррет Бейл. Самый занавес матча забит этот мяч, наверное, это означает победу. Ну, какие-то пара-тройка минут еще все-таки есть, и на одну атаку их вполне уступать. Должно хватить. Бензема. Лука Модрич. Бейл. Ну, давайте забить. Забивайте, забивайте. Николас Гайтан. Коке. Зачем где-то там вот не управлять этими игроками, когда можно быть тупо вратарем, и чтоб они сами забивали? Бензема забивает гол! Не могут с ним сегодня справиться защитники. Ну, такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно, и практически без шансов для вратаря. Опять Бензема забил.
6 голов наколотили друг другу команды, и у нас 4-2. Фернандес. Ага. Атлетика атакует. Николас Гайтан. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Сауль Ньегис. Бензема. Вперед тащит. Пол команды обыграл. Ничего себе. И это Криштиану. Вот удар внешней стороной стопы. Он ведь всегда о классе говорит, правильно? Эх, не забили, ну ладно. Хотя в этом эпизоде класса как раз и не хватило. Может, Георгий, он просто не на свой уровень замахнулся, а? Росс. Марсело Вьер. А вот атака Реала. Кросс. Кросс! Забивать нужно! Гаррет Бейл. И это момент! Гол! Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана, но улучшить разницу забитых и пропущенных мячей никогда не повредит. Какой отличный гол, вот они забивают без меня. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Аугусто Фернандес. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Отлично. Не секрет, что многим болельщикам не нравятся некоторые наши комментаторские выражения. Вот многие не любят словосочетание «возить соперника». Они его находят достаточно грубым. Но согласись, сегодня это выражение подходит очень точно. Но мы-то с тобой знаем, что это футбольный сленг. Вот если бы не эфир, я бы выразился еще острее. Какой удар! Гризман на убойной позиции! Навязал борьбу, теперь придется побороться. Удар! Гризман на убойной позиции. Бензема катит мяч вперед. И Криштиану Роналду надо решать. Угловой в исполнении Реал. Сейчас надо сравнивать. Будем просто смотреть тип футбол. Криштиану Роналду. И это шанс на победу. Бензема катит мяч вперед на ход партнеру. И Бензема! Надо решать! Вперед тащит мяч. Пол команды обыграл! Ничего себе! И это Криштиану! Росс! Забивать нужно! Гаррет Бейл! И это момент! Гол! Окей. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, для начала у меня была такая неплохая тренировочка в FIFA 18. Да, пусть такой будет. Ну ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенбаум.
Всем до скорых встреч. Всем пока.